Более 800 дач пострадали во время пожара в Петропавловске. Это предварительные данные областного департамента ПЧС. Речь идет о дачных участках, которые находятся в поселке Заречный. Что осложняло работу пожарных и будут ли местные власти помогать восстанавливать пострадавшие участки, расскажет Дарья Пышмынцева. 12 апреля в 16 часов 20 минут на пульт департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на дачных участках. По предварительным данным начальника профильного ведомства Рамиля Камалова, пострадали более 800 дач. Сейчас работает комиссия. Я могу одно сказать, что предварительно их более 800 участков. Пострадали, значит, участки это дачного общества «Ренет» и дачного общества «Кировец-3». По остальным, значит, дачным участкам где-то прошел беглый пожар низовой. Исходя из сведений, значит, руководителей дачных обществ, порядка 60% дач были заброшенными и не использовались. Рамиль Камалов объяснил, что работу пожарных осложнял сильный ветер, из-за которого огонь быстро распространялся. Точная причина возгорания пока неизвестна. На сегодня пожарные располагают двумя основными версиями. Первая связана с неосторожным обращением с огнем неустановленными лицами. Вторая – поджог. Ущерб на каждом дачном участке разный. Где-то он больше, где-то меньше. Практически на каждом пострадали домики. От этого, например, остался только каркас железной кровати. Огонь не пожалел. Сразу два дачных участка бабушки Максима Кузьменко. Семья приобрела их около 10 лет назад. Позвонили сторожа, сказали, что здесь возгорание произошло. Я после работы приехал, тут огонь был сплошной. Примерно где-то с 7 до 8 вечера. У нас здесь пострадало все. Туалет был, домик был с верандой и с мансардой. Сейчас ничего не осталось. Практически вот домик на заднем плане, видите, стены. Одна стена завалилась на дорогу, и две другие тоже в аварийном состоянии. Ну, то есть уже домик восстановлению не подлежит. Восстанавливать все людям придется за свой счет. Об этом сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин. Сейчас на данном момент проводится инвентаризация данных садоводческих обществ. Устанавливаются участки, подпавшие под очаги возгорания. Оказываться помощь со стороны акимата не будет, так как данное жилье подпадает, земельные участки подпадают под садоводство. Согласно нормам закона, мы оказываем помощь только людям, пострадавшимся, проживающим по постоянному месту жительства. За прошедшие сутки огнеборцы 20 раз выезжали на возгорание травостоя и камыша. 12 апреля он горел в микрорайоне Копай. Пожар начался после 9 часов вечера. Чуть меньше, чем за 2 часа его полностью ликвидировали. Дарья Пышмынцева, Казбек Рыкбаев. Итоги дня.